Около года назад в Лидскую ветеринарную клинику с травмами химического происхождения попал 2-летний кот Филя. Тогда ветеринарам пришлось ампутировать ему часть задней конечности и левое ухо. А на днях Филя вновь стал пациентом Павла Жульпы и его гродненского коллеги Андрея Елисеева. Вместе они провели уникальную и в своем роде первую операцию в стране по протезированию конечности животного. Длилась операция более 3 часов. Проделанной работой ветврачи довольны. Теперь дело за временем. После того, как инородное тело приживется в теле животного, на наконечник импланта оденут силиконовую часть продолжения лапки. Уникальность протезирования в том, что этот сплав титана с напылением из гидроксиапатита срастается с костью, он интегрируется и происходит полное срастание. Ну, вернее, цель в том, чтобы произошло полное срастание, и, по сути, конечность является продолжением, то есть вот эта металлическая титановая часть является продолжением конечности. Сложность в том, что нужно добиться остеоинтеграции, чтобы это и именно было продолжение конечности. Опять-таки, поскольку размеры крайне маленькие, это достаточно ювелирная работа.